письмо, которое мы вам подготовили с вопросами. Мы это вопросы как писать? Да, как писать? Нет, нет, вот смотрите, мы вам оставляем оригиналы, а это копии. Вот на копиях вы распишитесь, что вы получили. Так, это я расписала. Все, все, вы напишите, получила. И число поставьте, потому что мы же будем отчитываться перед родителями, которые нас уполномочили. Потому что, во-первых, академический класс, академическая школа, Анастасия Полищук, у нас по пальцам можно пересчитать. Конечно, на Украине, конечно, я не про Крым вообще не говорю, на Украине. Мы поэтому очень обеспокоены. Ну, поэтому, да, вот это мы оставляем вам. Вот было бы хорошо, если бы вы на эти вопросы ответили до собрания, чтобы вам было легче. Это вот те вопросы, которые мы с родителями обсуждали. А вот эти копии мы забираем. И вот это письмо с Министерства финансов. И хотела бы все-таки знать, какой все-таки финансовый результат несет вот такой вот таким путем, если делать верхний. Сокращение бюджетных расходов или как мы говорим? Насколько нет, я не могу сейчас подсчитать вам цифру, потому что это мне анализ на собрании. На собрании. Я вам сейчас еще раз объясняю. На данный момент даже не хватает на заработную плату. Ситуация сложившаяся на данный момент. Нет, не хватает денег, культуры, которая на самом деле соответствует по всем требованиям, всем меркам. И у нас есть чем гордиться, есть что показать. Зачем смысл власти закрывать то, ну да, я думаю, вы что, столько наработано и столько вложено сил, и творческих сил. Поверьте мне, но на самом деле, что никак городской совет не хочет ни в чем еще иметь права. Валерия, городской совет ни в чем права. Ни детей, ни родителей, ни педагогов. То есть есть гарантия, что интересы наши ущемлены не будут. Да? Что этот проект будет таким, что учтены будут интересы всех. То есть то, что вы, о чем вы беспокоитесь, мы беспокоимся, да, это все лишение юридического лица в дальнейшем придет к ликвидации школы. Вот мы, вот этот вопрос, думаю, для нас самый главный. Мы обеспокоены вот только этим. Не знаю, как это реорганизация в дальнейшем скажется. Понимаете, это реформа, это новая. Это передается детям, да, понимаете? Дети с удовольствием начали после ремонта. Да, конечно, это приятно заходить теперь в школу. Они с удовольствием учатся. Это же, понимаете, ребенок. Я знаю, я вижу, что очень много изменений. Вы сами убедили, сколько за 3 года пришло изменений. Вы же не просто отправили. Конечно. Это значит забота власти в первую очередь. Я бы в побуждении.